Заранее сорян то, что я пребываю в состоянии Юрки Хованского. Мой язык заплетается. Но вчера была пиздец, какая вкусная вечеринка. Просто пиздец, конечно. Сегодня мы будем писать ремикс на Lil Peep. Трек называется Higgishkul. Ебучий американский язык, нихуя его не понимаю. Что нам потребуется? Вот такая вот акапелла. Have you ever seen a man this rich, this broke, this lost in the smoke? Please pray for me. Вот такой вот инструментал. На самом деле он нам нахуй не всрался. Мы не будем делать кавер с электрогитарой, потому что он в оригинале и так с электрогитарой. Мы сделаем пиано-кавер. Поскольку нотной грамоты мы не знаем, чтобы повторить ноты из мелодии, мы воспользуемся помощью друга. Наш друг сегодня будет такой плагин, который называется Melodyne. Открываем этот божественный плагин, включаем трансфер, и пока он делает свое дело, мы делаем свое дело. Алкоголь вредит вашему здоровью, не пейте никогда. Наш MIDI-файл сохранился. Нам далее понадобится любой синтезатор с пианино. Я взял Nexus, пианино просто выбрал рандомное. Берем наш MIDI-файл и тупо перетаскиваем вот сюда, вот в паттерн, вот сюда. Вот так. Теперь слушаем, что мы затрансферили из этой мелодии. Полная хуйня. Я ее перепишу, конечно же. С помощью чудес монтажа я сделаю вот так. Все звучит как надо, в принципе. Что мы делаем далее? Далее мы пишем драм-партию. Что нам нужно? Вот такой снейр. Все довольно просто. Мы написали наш божественный снейр. Переходим к опенхэту. Опенхэтов у нас будет два. Вот эти. Партия первого опенхэта готова. Переходим ко второму. Копируем эту залупердень. Очень сложно. Мы не знаем, что это такое. Что-то типа такого. Далее мы пишем crash. Дальше у нас что? Дальше у нас кикус. Вот он наш замечательный кикус. Копируем и вносим небольшую коррективу. Все, партия максимально разнообразна. Круто. И правда круто. Переходим к хэтам. Нам нужна хуманизация, поэтому мы немножечко вот так регулируем. Все, в принципе, разности нам хватает. Готово, написано. Берем наш 808 и расставляем его тупо по ноточкам. Наш шедевр готов, поднимаем его на тональность вверх. Хуякс. Просто магистр Йода, блять. Наша аранжировочка готова. Компуктер не вывозит, все ложится к хуям собачьим, поэтому как мы поступим с вами? Дальше я просто смонтирую, попробую что-нибудь там с Lil Peep'ом добавить.